все пришли. Я действительно расскажу о книгах, над которыми мы трудились в последнее время. И первая из них, с которой мы прямо начнем, это книга «Монстры у порога», «Дракула, Франкенштейн, Ви и другие литературные чудовища». Это наша первая книга в литературной серии с проектом «Страдариум», они же «Страдающие средневековья». Книга вместе с Алексеем Вдовиным. Алексей Вдовин – прекрасный ученый, он занимается историей литературы, ведет, преподает в Высшей школе экономики и является доктором филологических наук. Собственно, о чем книга? Мы залезли в 20 век и порыли там прекрасные произведения, в которых населяют много чудовищ, таких на самом деле много в 20 веке. И мы рассказали, откуда идут истоки таких чудовищ, как Дракула, Ви, всем известных на самом деле монстров. И поэтому, если говорить о том, скорее, о чем эта книга, она не столько о литературе, сколько о человеке, сколько о том, откуда взялись человеческие страхи и почему они взялись именно в 20 веке. Что еще можно сказать, так это про антропологический ракурс книги. Алексей Вдовин анализирует не столько литературу, сколько человека 20 века, как западноевропейского, так и русского. Он говорит о том, какая разница между монстрами Европы и монстрами в российской литературе, и вообще проводит очень глубокий анализ произведений. Внутри у нас множество иллюстраций к различным книгам, к тем самым произведениям, множество знаменитых художников представлено. В целом книга обещает быть очень разносторонней, интересной. Приглашаю вас к ее чтению.